В областном центре стартовал марафон добрых дел. Это большая ежегодная городская акция благотворительности и волонтерства. Целый месяц добровольцы, члены городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана» будут участвовать в проведении более 100 мероприятий, направленных на оказание помощи нуждающимся, уборку территорий и многое другое. 32 объединения от учебных учреждений города, центров дополнительного образования, а также волонтеры культуры, волонтеры, медики и инициативные жители города собрались на территории 14-й школы на церемонии открытия. Самым юным активистам торжественно вручила личные книжки волонтера координатор городского корпуса волонтера Магадана Александра Колесникова. А путевки, распределяющие задачи по каждому из объединений, выдал Юрий Казетов. Нам с вами предстоит в течение вот конца апреля, фактически мая, начало июня, выполнять различные виды волонтерской деятельности, будь то оказание помощи, заканчивая уборкой городских территорий, парков, скверов, береговой части. То есть сегодня применение сил, ну, возможно, везде. И знаете, всегда я вспоминаю очень, может, избитую, но для меня очень близкую фразу писателя, помните, Антуана Сент-Экзюпери, произведение «Маленький принц», «Стал утром, убери свою планету». В самом деле, в этой фразе, наверное, вот та ответственность человека за свою планету, за окружающих, она выражена. Я сегодня вас поздравляю, ну и буду очень рад вручить вам путевки, надеясь на удачную совместную работу. Юные участники поделились своими взглядами на добровольчество и рассказали про уже имеющийся опыт. Сегодня я получила книжку волонтера. Для меня это очень важное событие. Мне очень нравится помогать людям и природе. Мы участвовали в очень многих акциях, благотворительных конкурсах, собирали много для детдома, для дома престарелых. Я планирую просто помогать людям в будущем, так как считаю, что это важно, просто это заложено у человека в крови, это должно быть. Теперь участникам предстоит поучаствовать в акциях, мастер-классах, тренингах и концертах. По их словам, волонтерство не только позволяет им совершать добрые поступки, но и знакомиться с интересными людьми, учиться чему-то новому и делать окружающий мир лучше. Это марафон добрый.